Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, заберем здесь награду за еду и за ускорение. Так, сделку. Давай посмотрим. Слушай, 2000 с лишним я обменяю, ребята. Я обменяю на еду. Я потом объясню, зачем я это сделал. Так, очки доверия на баксы тоже обменяю. Мне это нужно. Так, это спрос. Нифига, это я не хочу, это я не буду делать. Так, 66 тысяч, да давай обменяем. Все равно, ребята, я этот отель не особо любитель ставить. Так, две карты, нет, это я воздержусь. Тут вроде бы все. Заходим в юрский парк наш, в динозавров, и смотрим. Так, гигантозавры. Поменяем, наверное, на еду. 124 тысячи, отлично. Я считаю, что это неплохая сделка, друзья мои. Так, еще у нас есть. Также я его потрачу на еду. 124 обмениваем. Так, и последний. Последний гигантозавр. Мы меняем его также на еду. Все, мне нужно докачать, друзья, сейчас генодуса. Так, заберем здесь награду. Наборы карточек открыть. Так, канозойку и собрать моды. Так, генодус. Там не хватало, ребята, на два уровня ему буквально на прокачку. А, один. Так, сделали, да? 20 уровень. Так, но это еще не все. Это еще не все. Кого-то еще надо было мне. Я уже, честно сказать, я не помню. Геликоприон тоже, по-моему, да. Тоже хочет, ребята, прокачать до 30 уровня. Отлично. Лишним это не будет. Так, давай дальше смотреть, кто у нас тут что. Так, генодус, генерия. Так, вот ты. Ты готов у нас улучшиться. Леоплевродон. Тоже, ребята, прокачиваем, чтобы потом можно было их, естественно, скрещивать. Ох, у нас же этот же самый главный-то. Ихтиостега. Заходим сюда. Берем с тобой именно амфибий и ищем ихтиостегу. Вот он. Вот она, ихтиостега наша. Так, давайте, друзья мои, начинаем эволюцию. Включаем за 100 долларов, естественно. И вперед. Все, сколько там? 7 часов, 8 часов будет, ребята, улучшаться. Я надеюсь, у нас получится улучшить. И будем уже приступать делать из них раджастегу. Раджастегу надо будет прокачивать. Так, ну а пока мы с тобой отправляемся на события и смотрим, что у нас тут есть. Во-первых, еще до сих пор идет арена. Белая мгла. Тут даже не обсуждается, ребята, сразу иду на белую мглу. Ундатери, энталодон и еще один энталодон. Против них у нас пойдет выступать. Я думаю, что шерстистого носорога здесь одного достаточно будет. Ну, на всякий случай возьму синтетоцерас для поддержания, так сказать, штанов. Ну и динотерия, пускай будет. Мы даже сделаем немножко по-другому. Мы возьмем динотерия первым, а шерстистого носорога уже возьмем последним. Для чего это сделано, естественно, ребята? Пушечное мясо, набор дополнительных очков действий. Потому что толку от него, естественно, мало. Он тут ничего особо не сделает. Но и у интотерии, как мы видим, тоже здесь особо силенкой-то не блещет. Понимаешь, да, о чем я? Пускай этот динотерий у нас падает. Все, его забивает тут на мясо, как говорится. Ну, а дальше у нас идет Цинцетос раз. Тут достаточно будет, наверное, 4 атаки сделать. Раз, два, три. Даже 3 атак будет достаточно. И вот так вот, поехали. Так, Унтотерий упал. Выходит энталодон. У энталодона, ты видишь, атака не слабенькая. В принципе, 110 на 3. Это уже... Но он не все тратит. Он 2 очка действия зажал. Значит, мы сделаем расчет такой. Раз, два — это наш основной. И раз, два — это добавочное. Посмотрим. Да, этого нам хватило. Ну что же, этот, скорее всего, сейчас добьет. Потому что он будет 100% тратить абсолютно все. Слушай, ну тогда извиняйте, ребята. Тогда мы победим вас вообще на изи. Давай. Цинтетос раз победил всех.
практически. Ну, а разменной монетой у нас был Динотерий. Вот в этом поединке именно он, как говорится, был ключевым звеном для набора очков действий. Поэтому давай двигаться дальше в этом направлении. И у нас следующий поединок — Гигантофия, Гигантофия и Онтотерий. То есть два пещерника плюс степник. Ну, против пещерников мы возьмем, естественно, степника. Степник у нас неплохой, это Уртинотериум либо же Келлинкин. Я, наверное, возьму Уртинотериум, потому что здесь, ну, Гигантофия, сам видишь, не слабая. Так, и даже можно сделать немножко по-другому. Взять Келлинкина, взять Индрикотерия, а вот против него мы возьмем Мамонта. Но это, мне кажется, слишком жирно для него будет, но... Блин, ну действительно слишком жирно для него будет брать Мамонта. Ну ладно, возьмем. Кстати, нам бы, знаешь, что лучше сделать? Нам бы заодно сделать сразу ежедневку. Вот так вот. Поехали. Я думаю, это будет нормально. Ну, ежедневку я имею в виду тремя разными сыграть. Так, ну что, Келлинкин, давай сразу атаковать. Сразу он получил, половину хп мы у него отняли. И что он сейчас? Он, скорее всего, будет меняться. Нет, не стал. Отчаянный ход, конечно, это был. Мы сделаем так и вот так. Но дальше... Дальше-то что? 107, а это будет уже посерьезнее, да, получается? Меняет. В самый последний момент он решил поменять. Хорошо, мы с тобой сделаем тогда вот так вот. Я возьму Мамонта и, наверное, буду все сливать. Вырубаем. Вырубаем с тобой Унтотерия. Ну, естественно, здесь у Гигантофеев будет перед нами преимущество, как ты видишь. То есть повышенная атака, и, соответственно, моему мамонтенку сейчас придет кранты. Да, он осел, как ты видишь. Ну, а мы с тобой тогда будем делать следующее. Я вот этого паренька пущу на мясо. Пускай он проиграет здесь. Проиграет достойно. Ты видишь, да? Проиграл достойно, потому что Гигантофия скинула все свои очки действий. И в этот момент Келлинкин, естественно, атакует во все оружие. То есть все 8 очков действий, переведенные в атаку, идут прямиком в цель. И, соответственно, здесь победа за нами. Но и еще один поединочек остается, так что не раскисаем. И заодно сейчас посмотрим, кого нам тут дадут в противовес. Так, смотрим. Здесь Элсматерий, Эуклодоцер и Мегистокурус. В общем, что я тут могу тебе сказать? Против этого мы... Блин, Мамонта мы потратили. В принципе, мы его можем взять. Да, он не так дорого стоит. Возьмем Мамонта. Здесь я возьму Паноктуса и, соответственно, Уртинотериума. Все, ребят, вот такая у нас получается команда. Причем команда вообще топовая, супер топовая. И я думаю, что здесь, в принципе, Элсматерий, ну, даже если он сейчас поменяется, ты посмотри, у них 7 уровня, 1 уровня. То есть вариантов на победу и быть не может. Секешь, да, о чем я? Смотри-ка, он защиту тоже взял. Какой хламон. Ладно, меняется, ребят, меняется на Мегистокурса и проводит атаку. Ну, у нас есть для этого дела Уртинотериум, который, возможно, сейчас просто его вырубит. Невозможно, а вырубит. Вот таким вот образом. И здесь выходит Эуклодоцер. Мне его нейрога почему-то напоминает какое-то дерево, засохшее, завядшее, да? О, парнишка, а ты в курсе, что сейчас тебе будет очень и очень бобо? Ну-ка давай, Паноктус, дай-ка ему. Бумс, все, он осел и выходит Элсматерий. У него перед нами преимущество, ребят, но мне кажется, что он не пробьет нас. А вот что сейчас с ним будет, я даже боюсь представить. Давай, Паноктус, бомби.
Все, друзья мои, остается забрать награду. Посмотрим, что нам здесь выдадут. Какую легенду нам дадут. Конечно, хотелось бы получить, которой еще нету. Но это не от нас, как говорится, зависит. В плане колесо призов. Там же... Да ё-моё, ну опять тиранодон. У нас, знаешь, сколько уже этих тиранодонов, если честно? Очень много. Так, ну что, могучие деньги, размер не имеет значения. О, пойдем сюда, сходим. Бронемата, это что такое бронемата, ребята? О, как его бить? Эту бронемату. Размер не имеет значения. Вы серьезно сейчас? Ну, давай попробую, что ли. Я не знаю, ребят, что из этого получится. Мы сделаем немножко по-другому. Так, так и так. Это одного нам только дали. А пупеть у него там атаки. Это трындец, ребят. А у Таниколагруса меньше будет, прикинь. Давай я так сделаю. Ах ты, жук-то навозный. Ну, сейчас-то нам тут крышка будет. Сейчас пропишет по полной программе. Ну, давай я так сделаю. Сколько у нас? 708 к атаке. Да, друзья. Ну, тут-то мы его вырубаем. Так, смотрим, кого там дальше нам дадут. Ну, это, конечно, жестко. Бронемага. Офигеть, да? С таким травоядником даже мои хищники просто не могли справиться. Ютиранус. И чё? Травоядников? Вы сейчас специально делаете так, чтобы... Это как? Это как, ребят, вообще можно... Понимать. 1500 атаки. Ты можешь себе представить? 1500 атаки. Ё-моё. Все. Я надеюсь, нам хватит прописать ему леща. 6 на 200. Я даже не уверен, ребят. Но, по-моему, хватает. Там 2 с лишним. Да, 2800. Отлично, ребят. Это что за испытание такое жесткое? А сейчас дадут кого? Рептилию какую-нибудь супермощную, да? И против нее хищников? Или как вы там сделаете? Ну-ка. Ну, тут... Тут вот нормально, ребят. Метапозавр. То есть мы берем с тобой... Так... Так, и вот так. И ничего он тут не сделает. Мы его просто сейчас распишем. Давай сделаем атаку. Слушай, а в последнем испытании случайно не все ли эти будут чудики присутствовать? Надеюсь, я не прав. Ага. Ну что, он сейчас ушатает мне Дюморфодона. Но у нас есть еще Топиелозавр. Ну что, переходим на последний поединок. Мне такое впечатление, что сейчас все эти втроем там будут. Надеюсь, я очень-очень сильно ошибаюсь. Так, ну-ка. Эдиуморфодон, ё-моё.
Трындец. И как тут быть? О, против летающего рептилиями сыграй. Угу. Молодцы, красавчики, придумали тоже мне. Сколько у тебя атака? 298. Как мне уничтожить? 2100. Не знаю, ребят. Это нереально, мне кажется. Это нереально. Двести, 300 на 6 это. Блин, раз, два, три. Раз, два, три. Ты серьезно сейчас? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. По-моему, сейчас мне кронтарики. Фух, все. Ребят, ему крышка. Наверное. Да, там за 3000 с лишним перебор там идет. Все, ему кранты. Фух. Вот такой вот слив произошел, прикинь. Фух, да, я ж. Ну-ка, что мы тут? Опачки, Зухамим, друзья мои. Зухамима я получаю. Насколько помню, такого у меня не было. Такого... Или был? Не, по-моему, не было, ребят. Зухамима у меня вроде бы как... Не было. Или был? Чё-то я растерялся, был или не был. Даже я тебе не скажу сейчас. Так, ну что, собрать 3 мода. Пойдем быстренько соберем моды с тобой. И надо что-то там на арене делать. Так, за деньги, за деньги. Давай. Обычный. Так, закалка, да? Увеличивает запас УЗ на 20%. Следующее. Что у нас там? Увеличение, так, на 15% всей команде. Ну и последний. Давай, редкий. Я редкий заказал. Увеличит показатели атаки всех существ на 100. Не сказать, что это супер-пупер много, но сгодится. Так, здесь заберем наградушку. И давай посмотрим, что у нас там происходит именно. Только для редких, это могучие деньги. Слушай, я, наверное, пойду на дрожь земли. Заодно здесь сделаю 3 PvP-атаки, которые от меня требуют. Значит так, Алангазавр, Афиокамим и Пеликанептерикс. Не знаю, что из этого получится. Где я вообще, во-первых, нахожусь, в какой лиге сейчас? Сейчас посмотрим. Допилозавр, ой-ой-ой-ой-ой. Беда. Беда подкралась незаметно, друзья. Начнем с атаки. Так, топиалозавр взгрустнул. Ну вот это вот, конечно, жестко. Ну что, будешь атаковать? Атакует. Ладно, сделаем так и вот так. Пеликанептерикс сейчас вылезет. Ему не хватит 2 атак меня ушатать. А у меня хватит 1 атаки его убить. Я тебя понял.
Раз-два. Раз-два. Ага, ты, значит, все остальное перекинул на вот этого тупандактиля. Вот, значит, как ты решил. Но все равно тебе две атаки придется потратить в любом случае. А возможно и три. Он же не знает, надеюсь, что мы якобы взяли с тобой вот так. О, все сливает. Отлично. Афиакамим, ты готов? Это по твоей. Да, это по твоей. Как говорится. Давай. Ты бич. Хорошо, да, ему прописал. Ну вот и славненько, вот мы и победили. Это первый у нас PvP-бой был. Сейчас заодно и посмотрим, где мы хоть находимся-то. А то в неведении просто в каком-то нахожусь. Так, поздравляют. А, мы на выживших, перешли только в охотники. Вот почему здесь так все легко и просто было. В охотниках как-то особо сильно не забалуешь. Упс, спасибо огромное. Спасибо огромное за 200 долларов. Я очень признателен. Так, ну что, друзья мои, тут уже, да, тут уже будет проблемус. У нас с тобой практически никого нету. Амфибий ни одной нету, да, рептилий. Травоядников нету, потому что всех мы с тобой потратили на события. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, в принципе, здесь нормально. Протрагерлинус, он попадет у меня под обстрел нашего тропиогоптера. Причем сразу же мы его вырубаем. А вот дальше, дальше будет похуже. Как там его звать-то? Дейнани... А, Орнитохейрус. Орнита это, значит, от... Орнитология, знаешь, это изучение птиц. Вот, Орнитохейрус это... Птицеподобный, что ли? Я не знаю, как еще можно перевести. Ну что, давай, наверное, пропишем ему хорошечно. Все-таки защитку взял, да? Все-таки взял защитку, испугался, но понятно. А в любом случае здесь победа будет за нами. Ох, дурачок ты, дурачок. Держи, лови плюшку. И кто там у нас выходит? Пирораптор? Возможно, тропиогоптер-то он не бомбанет. Скорее всего. Не стал, да? Ну тогда бомбанем мы. Бомбанем, причем по полной программе. Все. Все, что требовалось доказать, мы доказали. Ну что, я думаю, что еще, наверное, на поединочек, может быть, даже на другой у нас найдется динозавров. Сейчас посмотрим. Так, мы с сотого места переходим. Чего? Чего? На 95-е? Вы серьезно? За целый поединок я перешел всего лишь на 95-е место? Вот это да, друзья. Вот это они меня насмешили. Красавчики, что я могу сказать. Ну что, берем Птеранодона, берем Эдиоморфодона. Кого еще тут взять? Ну, давай велоцираптора. Просто больше некого брать. Прикинь. Элементарно некого больше нам брать. Упс. Вот диплодок-то, конечно, не в тему первым тут пошел. Но все равно я не буду отступать, я буду атаковать. У нас еще и скафагнаты, кстати, тоже готовы там прокачаться, да? Ну, как не прокачаться, а это эволюционировать. Так, тихо, диплодок. Все-таки ударил, да? Вот жук, а? Толстая кожа. Не пробить его так просто. Ну, что ты там? Меняется.
О, как. Хорошо. Вырубаем. И опять же возвращается к нам Диплодок. Далеко не ушел. Ну что, ты будешь дальше меняться на топелозавра? Ему тоже кранты, сразу тебе говорю. Не стоит меняться на него. Но он решил все-таки поменяться. Не знаю, что он этим добивается. Проверим. Ага. Ладно. Даже ничего не стал делать. Удивительно. Все, труба тебе. Ну что, давай обратно, иди сюда, Диплодок. Мы с тобой не закончили. Ну тут-то, конечно, он нас победит. Тут-то он нас победит. Он все тратит для того, чтобы победить Птеранодона. Ну все. Что я могу сказать? Тут и говорить ничего не надо. Победа. Победа. Красивая, безоговорочная победа. Ну что, по-моему, ребята, больше нам здесь делать нечего, потому что динозавров у нас не осталось. Играть мы больше ни во что не сможем. Я, конечно, в шоке, как тут повышается ранг на 10%. Это, конечно, что-то с чем-то. Так, классические бойцы. Тодзи. Тодзи ангозавр. Так, ну, 130 очков доверия, это понятно. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас тут. А тут у нас все. Все отыграно. Все четенько, да? Еда, еда, доллары и кинокомплекс Птерозаврия. Вот как-то так. И 260 очков доверий. Замечательно. Так, что же я еще хотел? Я хотел... Точно. У нас же здесь есть место. Вот тут. Блин, нету. А, их тестика все стоит, прокачивается. Значит, ребят, я тогда здесь, с вашего позволения, поставлю остальных выводиться потихоньку-полегоньку. Все-таки тут есть у нас еще легенды. Не бриллиантовые, но есть. Например, Птеранодон. И их тестига. Вот так вот. Все, забил. Блин, Зухамим. Вот я не могу понять. Это же хищник. Давай-ка я все-таки проверю. Есть у меня Зух? По-моему, есть. Хищники. Смотрим. Хищники. Да, ребята, Зухамим у меня есть. Вот он как раз 10 уровня. То есть мы сделаем из него 20 уровня. Это будет шикарно. Так, друзья, ну больше я здесь ничего не смогу сделать, хоть и рад бы поиграть в могучие деньги или еще в что-нибудь, но динозавров нету. Так что будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.